женщин. Российское экологическое движение, как общественное объединение, какова наша основная роль? Спасибо, что мы начинаем очередной какой-то этап. Основная задача экологического движения, российского экологического движения, это сделать, как я уже говорил, нашу планету почище, но без мнения экспертов, как мнение сообщества, все, это невозможно сделать. Чтобы делать первые шаги, нужно вносить проблемы на обсуждение, обсуждать и задавать. Так как мы организация такая, занимаемся экстремизмом экологическим, чем-то еще. Поэтому эксперты, которые собрались здесь, вот именно здесь на белых диванчиках, должны будут подсказать нашим генеральным отделением, в каких направлениях можно двигаться или обсудить те актуальные темы, которые не помогут себе. Это все.